Всем привет, меня зовут Руслана, моя собака Лёля где-то в доме, Миша на улице. И сегодня мы сделаем такую, можно сказать, съедобную игрушку для собаки. Буду её делать для Миши, потому что Лёля такое не будет есть, так как она мне привередливая. Вот, потому что Лёля у меня ест ветчину. Сразу говорю, ветчина хорошая, чтобы вы не бомбили в комментариях. Она ест только ее, ничего другое она есть не хочет. Ну, только там бывает курицу, когда мы там сварим, там суп какой-нибудь дадим ей, она съест. Но каждый день мы не можем ей варить курицу, поэтому у нас ветчина, она хорошая. Вот. И буду делать сегодня Мише такую игрушку, как бы мячик, который он может есть. Так, давайте начнем. Понадобится консерва, лакомство, ну или корм. Доска и пищевая пленка, ну или фольга. Давайте начнем. Нам нужно сначала взять консерву и какую-нибудь тарелочку, в которую мы будем, ну, всю эту массу выфигачивать, короче. Вот где мы будем все перемешивать, а потом помог. Вот. Так, смотрите, вот консерва, она мне пришла из Глорибокса. Давайте ее достанем. Ох, как тяжело так все достается. Ох, еле вытащила. Все, так, закончилось. Теперь надо перемешать нам. Очень твердые, их неудобно что? В общем, разминать неудобно. Поэтому это все очень удобно. Вот я размяла. Вот такая вот, как бы, кажется, получилась. Вот теперь мы сюда добавляем. Смотрите, можно лакомство, можно корм. Я добавляю то и то. Вот это легкая Лёлина. А, не Лёля, а легкая говяжья. Просто я Лёля даю его. Вот Лёля его обожает. Так вот я его на маленькие кусочки разделю. Так, теперь давайте добавим вот так корм. Это тут Лёлин в перемешку с Мишей. Большую часть идут Миша, потому что для Миши я Лёлина иногда использую только для дрессировки, потому что он маленький, и я это как-то удобнее. Вот. Тем более Лёлин ест, он остался. Так что, короче, Лёля, кроме корма, это не судьба. Так. Давайте добавим еще. Смотрите, а теперь, чтобы у него, сейчас скажу, просто чтобы он вот так не распадался, потому что он будет так распадаться, и это будет, ну, не очень как-то удобно. Нам понадобится, сейчас покажу, что. Вот такой вот блендер, вот, ну, вот я все оставляю, в общем, так, сухой корм перемалывать буду. У кого нет такого блендера, тот, если можно, я точно не знаю, можно ли давать собакам сырое яйцо, но можно добавить сюда яйцо и перемешать, и оно будет склеивать. Но я точно не знаю, я не буду добавлять, я просто вам сейчас говорю. Вот, вы узнаете, я не говорю точно, я особо точно хорошо не знаю этого, что я собакам сырое яйцо не давала, как бы, я просто говорю. Так. Так, вот, все насыпали. Теперь надо так ставить. И сейчас начнется работать эта штука. Вот. Так. Я перемешала. Вот, смотрите. Вот, у меня такой порошок получился. Ой. Вот, теперь мы его сюда добавим. Давайте сейчас, подождите. Берем, чтобы нам ничего не было. Вот эта мисочка у нас. Добавляем сюда. И опять перемешиваем. Теперь добавим чуть-чуть воды. Вот у меня там раковина, извините. Я еще чуть-чуть грязно. Перемешиваем. Все, уже высыпем, еще добавим воды, если что. Так, сейчас скорее еще добавить еще воды придется. Давайте добавим. Все добавим воды. Короче, перемешиваем. Вот у нас такое получилось. Теперь мы должны это вот сюда на дощечку. Давайте аккуратно рукой. Конечно, для нас это не очень аппетитно выглядит вообще. Я скажу, даже не аппетитно, но собакам нравится. Что поделаешь? Так, вот такая у нас штука получилась. Теперь мы должны из этого как-то делать форму какую-то. Так, видите, распадается. Но так как мы поставим морозилку еще, она не будет так распадаться. Она заморозится. Так, смотрите. Видно, да? Такой вот делаем комочек, вот видите. Сейчас поставим тихо. И вот для чего нужна была пищевая пленка, которая распадается, но не волнуйтесь. Все будет у меня вообще без. Гарантирую. Так. Это вы. Почему? Перемотала.
вещи распадаются. Ничего просто. Вообще упругу. Вот так вот. В общем, надо завернуть пищевую пленку. Тут ничего сложного такого не будет. Посмотрите. Заворачиваем. Можно, конечно, еще вот здесь вот так завязать, чтобы оно не распадалось. Давайте вот так завяжем. Все. Я отправляю на 15 минут в морозилку. Ребята, смотрите, у меня я сказала на 15 минут. Нет, это, во-первых, был экспериментальный способ, как это делать, я впервые такое делала. Во-вторых, где-то у меня простояло час, и до этого мало. Мне кажется, надо хотя бы часа на 3 ставить, он еще мягкий. Но так как у меня времени нет, то вечером еще вам снимать. Вот, поэтому я сейчас распакую и покажу. И может дам Мише, это не точно. То есть, видите, он вот такой вот. Он затвердел. Конечно, Миша это просто в разы разгрызет, будет как еда ему. Но давать я ему, наверное, пока что не буду я эту игрушку на день. Сейчас вот я поеду в школу, скоро, через час примерно. И вот поставлю эту игрушку его на день в морозилку. Вечером вернусь и сниму для вас видео, как он будет ее нямать. Так, подождите. Ну, короче, так вот. И давайте мы еще так сделаем. Смотрите, думаю, у каждого от хлеба есть такие штуки. Вот, так, давайте мы скрепим ими. Сейчас постараемся, по крайней мере. Ей, точнее, одной. Так, подождите. Вот. Все, теперь у нас вот такой вот. И мы ставим морозилку на целый день, а вечером я уже для вас сниму видеоролик, так как я его достаю и даю Мише. Ну, а пока что, всем пока! Вообще, ребята, вот это стало на целый день в морозилке. Вот это наша игрушка. Мы сейчас выйдем, дадим Мишке. Мишаня! Так, ты обрадил? Ты сломал еще один контейнер. Я тебя убью. Так, давайте. Мы дадим уже в объект. Так, а ну, сидеть. Сидеть. Ждать. Так, сейчас я к вам вернусь, через буквально секунду. Вот, ребят, вот, смотрите, я ее раз упаковала, она такая твердая, вообще ее невозможно промять. Миша, нельзя прыгать на меня. Вот, и давайте мы дадим. Сейчас, вот, несем в объект. Тихо. Ой, у меня сейчас рука отморозится. Заходим. Сидеть. Сидеть. Молодец. На. Давай, сними. Все, видите, это как бы он, конечно, растает в скором времени. И, Миш, повернись. Да, Мишку уже выйдем. Так, сейчас мы ему. Все, пусть кушает, и я пойду. И я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то поставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, и всем пока.